Время новостей на канале «Абаза», в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. О достижениях и не только. Итоговая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба. В силу определенных разногласий. Итоги 7-го отчетно-выборного съезда АРОА. На одной сцене со зрителем премьерный детский спектакль «Новогодние подарки». О достижениях и не только президент Рауль Хаджимба ответил на вопросы журналистов в ходе итоговой пресс-конференции 2018 года. Он рассказал о главных достижениях последних 12 месяцев, поделился планами на предвыборный период. Глава государства ответил на вопросы, касающиеся добычи нефти в Абхазии, налоговых реформ, утилизации мусора и прогнозировал рост зарплат в бюджетной сфере. Репортаж Марианы Котовой. Чуть более чем за полгода до очередных выборов президента Абхазии эта тема особенно интересует общество, журналистов и, естественно, самого главу государства. Наверняка именно поэтому Рауль Хаджимба в своем вступительном слове перед началом пресс-конференции посвятил довольно продолжительное время оценке сегодняшней политической ситуации. Очень активно ведется сегодня работа внутри страны всеми политическими силами, новыми общественными объединениями. Они у нас появляются как из рога изобилия. Я понимаю, что это связано с выборным процессом. Одни себя называют спасителями Абхазии, другие называют себя третьей силой. Несмотря на то, что претендентов много, но действия все сводятся к тому, что мы друг друга поливаем грязью. Поливают грязью не только власть, но и... Сами в этой конкурентной борьбе не замечают то, что мы дискредитируем свою страну. На вопрос журналистов об изменении возрастного ценза для кандидатов в президенты Хаджимба отметил, что этот пункт прописан в Конституции и меняться не будет. По словам главы государства, бюджет на выборы принят. Средства пойдут по тем же направлениям, что и всегда. На организацию, бюллетени, маркеры для пометки проголосовавших рассматривается также вариант с печатями в паспорт. Как прогнозирует Хаджимба, выборы пройдут спокойно. Никаких переносов выборов не будет. Не надо заботиться о летнем курортном сезоне некоторым господам. Как раз-таки перенос выборов к весне приведет к тому, что могут осложниться именно в летние месяцы эти ситуации. Так что мы уже прожили одни выборы, которые были проведены летом, и никаких особых трудностей и сложностей не было. Рауль Хаджимба заострил внимание на успехах власти. По его словам, сохранить бюджет и, главное, стабильность в стране в условиях, когда весь мир терзают политический и экономический кризис, когда так близко к нам вспыхивают военные конфликты, было делом непростым. При том, что и саму Абхазию то и дело лихорадило в политическом плане. Внутри страны при этом оппозицию штормило от съездов к митингам, референдуму, к захватам МВД, стоянию у парламента. Но, несмотря на все это, на все эти трудности, мы продолжали работать. По словам президента, собственный бюджет этого года составил 5 миллиардов рублей. Но мог бы быть 8-9 миллиардов, если бы собираемость всех налогов и платежей была близка к 100%. Мы самое социально ориентированное государство при самом невысоком бюджете. Мы стараемся помогать всем и вся. Но каждый должен понимать, что эти возможности не бесконечны. Платить налоги не очень-то желают. Ярчайший пример – это то, что мы творим в области нашей электроэнергетики. Но, во всяком случае, мы хотим лучшей жизни за счет другого государства, чтобы нам помогали, давали финансовые возможности. Но, к сожалению, так долго будет или нет, это никому не известно.
Также журналисты подняли вопрос нефтедобычи. Эта тема активно обсуждается в социальных сетях, и на уровне слухов говорится о том, что подготовительные работы на нефтеносном участке уже ведутся. Президент эту информацию не опроверг, но подчеркнул, что все, что осуществляется в сфере добычи нефти в Абхазии, происходит с пользой и под контролем государства. Мы все хотим одновременно заниматься добычей нефти. Каждый хочет со своим ведром стоять у каждой из скважин. Этого нельзя допустить. Это государство должно контролировать, регулировать. И все то, что будет делаться, должно быть в первую очередь в интересах государства. Те документы, которые были в предыдущие годы приняты, они свое действие продолжили. Мы продолжили эти работы, продлили эти лицензии. Что касается добычи нефти, мы иногда из этого вопроса пытаемся сделать некую политизированную ситуацию. Что касается строительства по инвестпрограмме, то, по словам Хаджимба, есть и успехи, и серьезные упущения. Большинство объектов возводится с опережением сроков, но есть и проблемные проекты, где разбор будет осуществляться не без участия правоохранительных органов. Ситуация, которая складывается с водопроводом в Пчеловах, нам нужно будет дополнительно сейчас изыскивать возможности для того, чтобы довести до логического завершения эти работы. Материалы, которые необходимы были для того, чтобы посмотреть, насколько правильно и насколько законно все эти работы складывались в предыдущие месяцы. Подключена прокуратура, проведены предварительные экспертизы, которые дают неутешительную картину. Не сомневаюсь, что встанет вопрос и о возмещении, и о привлечении к уголовной ответственности некоторых людей в этом вопросе. В 2019 году инвестиционная программа завершается, но, по словам Хаджимба, она будет продолжена. Формировать заявку на строительство и ремонт значимых объектов будет сама Абхазия. В дальнейшем, за счет финансовой помощи России, президент планирует привести в порядок транспортную инфраструктуру и жилищные коммуникации страны. Я считаю, что в основной своей массе это вопросы, связанные с инфраструктурой дорог, энергетика, ну и, конечно, нужно еще думать и о проблемах водопроводов, канализационных систем, ну и часть какая-то средств на социальные объекты. Также Рауль Хаджимба прогнозирует рост заработной платы у работников бюджетной сферы на 6,2%. По его словам, уровень зарплат составит 13-14 тысяч рублей. В будущем году, по убеждению президента, актуальными также останутся вопросы восстановления аэропорта, установления морского сообщения и другие проекты, осуществляемые совместно с Российской Федерацией и благодаря ее финансовой поддержке. Марианна Котова, Раму Камке, Абаза ТВ. Полную версию пресс-конференции президента Абхазии Рауля Хаджимба смотрите в нашем эфире в среду 26 декабря. Между тем, группа депутатов Народного собрания Абхазии распространила заявление в социальных сетях, в котором выражает свою озабоченность, цитата, в связи с продолжением реализации проектов добычи углеводородов в Абхазии. В документе, в частности, говорится, народ лишен прав собственности на имеющиеся в Абхазии нефть, и вся прибыль принадлежит иностранным компаниям. Считаем правильным пересмотреть государству свои подходы к реализации проектов по добыче нефти в Абхазии. Депутаты Народного собрания Наталья Смыр, Александр Цыжба, Беслан Смыр, Алмаз Джапо, Алхаз Джинджоли. Акция протеста жителей микрорайона «Маяк» продолжается. Не дождавшись в обозначенный срок исполнения распоряжения президента о ликвидации маякского полигона бытовых отходов, люди вновь вышли на улицу. Между тем, в ходе итоговой пресс-конференции Рауль Хаджимба ответил на вопросы о сухумской свалке. По словам президента, решить эту проблему коренным образом не удастся. На сегодняшний день принимаются временные меры, расчищаются подъездные пути, расширяются котлован. Построить мусороперерабатывающий завод, по словам Хаджимба, в ближайшие годы не представляется возможным. Но идет подготовка нового полигона в Гулрыбском районе, где будут применены принципиально новые способы утилизации мусора. Речь идет о 22 миллиардах. Для того, чтобы построить
завод, который мог бы сжигать этот мусор, и чтобы он еще и не нарушал экологическую обстановку. Но мы пошли немножко по другому пути, хотя и это не самое лучшее действие. Мы говорим о возможности строительства нового полигона и начала работ по прессованию этого мусора. Мы проговорили с российской стороной и сами изыскали те возможности, которые к следующему году будут уже использованы для того, чтобы закупить такую технику и завозить на новый полигон уже в прессованном виде. Президент Рауль Хаджимба поздравил сотрудников Государственного комитета Республики Абхазии по экологии и охране природы с 25-летием со дня образования комитета. В поздравлении, в частности, говорится: охрана окружающей среды и обеспечение рационального использования природных ресурсов принадлежит к числу наиболее сложных и актуальных задач современности. Уникальные природные ресурсы Абхазии остаются в числе важнейших ценностей абхазского общества. Убежден, что наши граждане должны осознавать общую ответственность за сохранение природных ресурсов Абхазии. Продолжаем выпуск. В силу определенных разногласий. Илья Гуня снова избран председателем общественной ветеранской организации АРУА. Открытое голосование состоялось в ходе 7-го отчетно-выборного съезда организации. В результате трехчасового заседания члены АРУА подтвердили полномочия председателя Ильи Гуня. Подробнее Надежда Боровикова. То, что первый за три года съезд ветеранской общественной организации АРУА будет жарким, было понятно еще по количеству припаркованных у гостиницы «Атриум Виктория» машин. В конференц-зале, который вмещает 200 человек, не хватало мест. После избрания секретаря и мандатной комиссии перешли к повестке дня, в которой два вопроса – избрание председателя АРУА и нового состава Высшего совета. Депутат парламента Илья Гуния занял пост председателя организации в 2014 году и, как и большинство членов АРУА, поддерживал Рауля Хаджимба. Однако последние полтора года Илья Гуния неоднократно выступал с критикой власти, инициировал вотум недоверия правительству Беслана Барциц в декабре 2017-го и, судя по риторике, не намерен поддерживать действующего президента на грядущих выборах. Как вы знаете, постоянной практикой стало не освоение абхазской стороной средств, выделяемых по российской инвестпрограмме, невыполнение правительством закона о бюджете, срывы сроков строительства объектов и его низкое качество. Несмотря на то, что в своих посланиях и публичных выступлениях президент неоднократно ссылается на стратегию, выработанную Центром стратегических исследований при президенте, или на программу «25 шагов», то до сих пор никакая программа не выработана. Это говорит о том, что у президента правительства нет видения выхода из кризиса, решения острых социально-экономических проблем. Все это говорит о низкой квалификации людей, управляющих сегодня в государстве. Как ни странно, несмотря на все эти провалы, никто из руководителей не понес до сих пор никакой ответственности, кроме премьер-министра, которого переместили руководить администрацией президента. Ветераны не могут занимать страусиную позицию. Мы несем особую ответственность за благополучие и развитие нашего государства. Тем более, что АРУА имеет непосредственное отношение к приходу к власти президента Хаджимба. Завершая свою речь, Илья Гуния напомнил, что АРУА – это общественная организация, а не политическая партия, поэтому каждый имеет право самостоятельно выбирать, кого из кандидатов поддерживать. В нашей организации существуют разные мнения. Есть люди, которые поддерживают власть, есть те, кто относится к ней критически. Есть ситуация, и эта ситуация для нас не нова. Так, в ходе выборов 2009 года мнения членов АРУА также разделились. Одна часть поддержала, как вы помните, Рауля Хаджимба, другая поддерживала ныне покойного Заура Арзимба. А в 2011 году, например, Тимур Надарай возглавлял штаб, находился в штабе Сергея Шамба. Но нам тогда в этих условиях удалось сохранить организацию, представив ее членам самостоятельно решать вопросы о своем выборе. Я думаю, так же мы должны поступить и в 2019 году. После председателя слово взял член Высшего совета АРУА, глава администрации Галского района Тимур Надарая. В своем выступлении, которое длилось 20 минут, он критиковал работу парламента, признавал ошибки действующей власти. Говорил также и о достижениях команды Рауля Хаджимба, таких как формирование Конституционного суда, повышение зарплат, своевременное погашение внешнего долга, обеспечение безопасности жителей Галского района и многое другое. В 2015 году смогли повысить зарплату учителям и врачам на 30%.
поднять пенсиям инвалидам первой группы в 2 раза до 20 тысяч рублей. Пенсионерам, не получающим пенсию иностранного государства, подняли пенсию в 3 раза с 500 до 1500 рублей. Государство помогает фонду Айсхара, который выплачивает абхазским семьям 100 тысяч рублей за каждого третьего родившегося ребенка. Пособие и уход повышены с 1 000 за детьми, я имею в виду, до 3 000. Понятно, что и это немного, но мы должны учитывать, что приход власти Хаджимбе и его команды совпал с кризисом и санкциями в отношении стратегического союзника. Обвал рубля в 2 раза, а мы в рубленой зоне. В то же время банковская система могла предложить кредиты под заработную плату и пенсии. Впервые простые люди начали получать возможность брать кредиты. Почти все, кто выступали после, говорили о том, что нужно сохранить единство, не допустить раскола в рядах ветеранов, придерживаться нейтральной позиции. Второй претендент на должность председателя АРУА Рауль Смыр предложил вместо политики сосредоточиться на проблемах ветеранов. Солдат нужен своей стране, пока он солдат. Когда он из ряда выбил, ваха увидит ахазон. Убрезухан азахандкар, айбишр ахраз, наиз айбишр ветеран, их сила закон, то азот закон, потрижет, абри дахшатубха. Аха убри азакон, потрижет, хочет ахалапшра дианхот. Халапшра дианхот, зеханоп. Из судзо, абатахайлакха. Абатрызыге, устав апхан, устав апхир. Убрая, ну, по уставу, что эти лыжные спорты с организацией созданы для того, чтобы защищать права и интересы ветеранов, инвалидов войны, семьи погибших. Ахахата хэлла ква ахсуна, хэлла ква ацана, хэллю политика хнашта от Алхрухан, хвеглуна, хабжир дуна, ора барт инвалид, шо базама барт базам харихец ква ахмина, нас харяхта ху дахзалхма, дахзалмхма. Первый вопрос повестки рассмотрели очень быстро. Количество мест в Высшем совете АРУА сократилось с 45 до 39. Имена членов совета зачитали, проголосовали единогласно. Избрание председателя же затянулось. Участники съезда предпочли процедуру открытого голосования, но из-за количества людей посчитать поднятые руки с первого раза не получилось. Подсчет производила мандатная комиссия съезда в составе 2 человек. Им помогал секретарь съезда Рисма Каджинджал. Атмосфера накалилась еще во время повторных пересчетов, а когда объявили результат, 70 голосов за Илью Гуния, 61 за Рауля Смыр, в зале послышались откровенные недовольства. Ропот зала прервал Илья Гуния, предложив не превращать съезд в комедию. Мою позицию и в парламенте, чего я придерживаюсь, и вотума недоверия, и всех вопросов, которые я поднимал, некоторая часть с этими не согласна. Поэтому возник вопрос о переизбирании Ильи Гуния. Только за это он возник. Если есть ко мне недоверие, я хочу знать, в чем это недоверие заключается. В том, что я имею позицию, в том, что я говорю, что происходит сегодня в государстве. Я не говорю, виноват тот, иной, третий, четвертый, мы за кого-то должны выбирать. Я говорю, то, что происходит, это то, что АРУА говорила всегда. Если мы, ветеранская организация, заточены только под одного кандидата, под одного человека и готовы сделать все для этого, давайте мы это озвучим. Если мы говорим о проблемах в государстве, готовы решать эти проблемы в государстве, давайте тоже мы об этом скажем. Тимур Надарая возразил Илье Гуния, что переизбрание председателя АРУА инициировано большинством Высшего Совета и связано с его занятостью и невозможностью совмещать работу в парламенте с руководством ветеранской организации. Большинство членов Высшего Совета, вот сейчас мы за них проголосовали здесь, понимаешь? Приняли решение о том, что в связи с тем, что Илья Тетюкович имеет много парламентской работы, в связи с тем, что он занят, давайте, короче, возьмем человека, назначим того, выберем того человека, который знает проблемы инвалидов войны, знает проблемы ветеранов войны, занимался сегодня он не председателем ГУДУСа, выберем, будем заниматься. А что будет на выборах? Это когда выйдут кандидатуры, когда кандидаты выйдут, тогда мы соберемся. Сегодня этот вопрос мы не затрагиваем. В результате долгих переговоров стороны пришли к такому решению. Отчет на выборный съезд подтвердил полномочия председателя АРУА Ильи Гуния, однако резолюция по итогам встречи утверждена не была. В силу определенных разногласий. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.
Диаспора как часть целого. Научно-практическая конференция «Наши соотечественники за рубежом» состоялась в Абхазском государственном университете. Аспиранты и студенты главного вуза страны рассказали о жизни потомков абхазских мухаджиров за пределами Абхазии и на родине. Доклады выслушала Анастасия Никонова. Ей слово. 14 докладов об истории мухаджирства, жизни наших соотечественников за пределами Абхазии и этапах их возвращения на историческую родину представили студенты и аспиранты АГУ. О вопросе сохранения национальной идентичности у представителей абхазской диаспоры рассказала Руслана Гергидава. Аспирант АГУ отметила, что в контексте глобализации сохранять национальную идентичность становится сложнее. Следовательно, Абхаз может почувствовать общность с инонациональным обществом, стоящим близко к нему по своему ценностно-смысловому полю, разделяющим с ним каждодневную ощутимый социальный реалий. И наоборот, чувствовать отчуждение к соотечественнику при конкретном общении. Речь, разумеется, не идет об отказе от национальной или этнической основы, поскольку, как было отмечено выше, ее жизненная необходимость исходит из внутреннего императива, имеет корни и истоки. В этом смысле, конечно же, для абхаза из диаспоры или же для абхаза обосновавшегося в другой стране в результате новых миграционных потоков, образ родины является конструктором. Хотя и с положительными оттенками, но со содержимым, с таким вот неопределенным по сравнению со страной постоянного проживания. Подводя основной итог доклада, Руслана Гергидава отметила, что на протяжении столетий адаптация наших соотечественников за рубежом к социально-экономическим реалиям происходила через призму морально-этического кодекса абхазов АПСОРА. Потому что Абсура смогло стать выше религиозного самосознания, религиозной самоидентификации и превратиться в единственный регулятор общественной жизни абхазов. О том, как проходит адаптация репатриантов в Абхазии, какие есть проблемы в этом процессе, рассказала студентка из ТФАКа Диана Джиния. По сведениям докладчицы, наши соотечественники, например, из Сирии, начали активно возвращаться на историческую родину из-за боевых действий в стране. Государство оказывает помощь, обеспечивая жильем и ежемесячным пособием, отметила Диана Джиния. Для снятия языкового барьера для наших соотечественников организованы и бесплатные курсы по абхазскому и русскому языкам. Трудоустройство показал опрос. Одна из самых актуальных проблем для сирийских абхазов, отмечает докладчица. При этом практически в каждой сирийской семье есть люди с высшим образованием. Одной из самых больших проблем трудоустройства стало незнание абхазского и русского языков. По моему мнению, этот фактор является немаловажным основанием в отказе принятия на работу. И также, как я говорила выше, уже некоторое время открыты бесплатные курсы для репатриантов по изучению абхазского и русского языков. Но и тут появляется осложнение, так как репатрианты, которые пожили уже некоторое время в Абхазии, замечают, что в основном языком общения является русский, а не абхазский язык, так как именно русский звучит в магазинах, на улицах и так далее. И отсюда репатриантами делается вывод, что для интеграции в местное население достаточно учить только русский язык. Многие из репатриантов жалуются, что не могут устроить детей в дошкольные заведения, то есть детские сады. Многие управляющие детских садов заявляют об отсутствии мест, правда, вопрос о принятии в школы обстоит значительно лучше. Однако наитруднейшим вопросом в интеграции сирийских абхазов является вопрос моральной интеграции. Многие из репатриантов заявляют, что они не чувствуют ни любви, ни понимания, и то, что они ощущают некую неприязнь со стороны многих представителей местного населения. Студентка АГУ Линда Малия посвятила свой доклад репатриантам из Сирии, Иордании и Турции, которые по зову сердца приехали воевать за освобождение исторической родины в 1992 году. Зиуар Дамаска школ далгит, шампилан ирод валпши хыгит, а вны аданыхан афымца станцир гылра знапа алагаз фирмака уны аусура далгит. Зиуар чичба рабхеца апсны датайд из кифи бшини жуабаша ксазы. Уй ара адын хон дын зон. Айба шриен алагачны зиуар апсны дыомыз. Нальчи адыхцаз дмацыз. Услышав новость о начале войны в Абхазии, Зиуар Чичба начал путь на родину через горы в составе добровольческого отряда Шамиля Басаева. По словам Линды Малия, Чичба принимал участие в различных боевых операциях, где получил ранения. Одно из них в голову стало.
стало несовместимым с жизнью. Девушка рассказала о биографии еще одного славного представителя абхазского народа, репатрианта из Сирии Фариди Арута. Айбышра Абхепи Амшку Надыргна, Фарид Ябджиргна Агади Джагылы, Ибрагим Яганов Напхкаразитоз Абарда Айбыш Царгуб Далана Далухун Гагра Тарцфраджа, Нас Гумабри Ажулараги. Каман Акытан Фарид Дезла Загуб Хашартар Янтагыла Алла Вейла Сракуруак Огна Фарид Хагачадыр Хунчи. Жухум шыдат куны дыон. Адзухтун Владислав Арзан Бибзурала Фарид Довру жуй жухум шрыштых. Уй жайвик акырт куйдарей дейтныр псахлуй. Атара кыта гаран скиф шипшини жужаха шоксазы хожгыра жафачны уғуала дырхуй. Мюмшт орчалби арад госпиталя уна ахакимцу Фарид ипсы айкурхарызы я арылшу зик арзейд. Ахайоуз ахру хой ипстаза арадал нахай. Адык Гасан Джаркас из Сирии также приехал защищать Абхазию в 92-м. В мартовском наступлении он проявил себя героически. Несмотря на полученное ранение, боец продолжал защищать друзей, вследствие чего получил еще несколько ранений. Позже он скончался в Гудаутском госпитале. Подводя итог доклада, Линда Мали отметила, главная цель абхазских махаджиров была свободная Абхазия. Они доказали это, встав на ее защиту и, к сожалению, отдавая свои жизни. Научно-практическую конференцию аспирантов и студентов продолжили еще 11 участников, представив самые актуальные доклады о жизни абхазских махаджиров. Анастасия Никонова, Сасрапа Гухава, Абазатова. На одной сцене со зрителем премьерный детский спектакль «Новогодние подарки» состоялся в стенах Абхазского государственного драматического театра драмы имени Чанба. Вместе с юными зрителями на представлении побывали наши корреспонденты. Виола Барганджа продолжит. Детский смех, радость в глазах и, конечно, праздничное настроение. Абхазский театр сделал для юных зрителей свой подарок. Все, как и полагается, Дед Мороз, Снегурочка и привычный злодей, решающий похитить все предновогодние подарки. Постановка пронизана юмором и сопровождается зажигательной игрой актеров. Для режиссера спектакля «Новогодние подарки» главной задачей являлось сделать сценарий максимально простым и понятным юному зрителю. Каждый год у нас цель одна – сделать понятный, легкий, чтобы легко было понимать, чтобы легко было следить за сюжетом, чтобы было понятно детям, чтобы было весело, ярко и необременительно. Зрители театра смогли по-настоящему проникнуться театральным действом и стать помощниками любимым персонажам. Диалоги с актерами и возможность подняться на сцену сделали представление ярким и запоминающимся. Мне больше всего понравился конец, когда дети поднялись, их подняли и как они начали играть. Он просто поднял мне сегодня настроение. Мне очень сильно понравился, там все было очень круто. Сегодняшний спектакль, он мне очень сильно понравился. Мне больше всего понравился медведь, потому что он хотел спасти Снегурочку. И он очень был смешной. Там много актеров, очень они хорошо сыграли, у них большой талант. Да. Мне? Да. Наверное, Амч. Он был очень веселым, мог создавать, он создавал обстановку веселья и развлечения. На полгода вперед. Постановка праздничного спектакля «Новогодние подарки» только стартовала. В этом году он будет представлен зрителям до 30 декабря. А уже в следующем увидеть его смогут со 2 по 5 января. Виола Барганджа, Торни Камичпа, Абазатова. До Нового года остаются уже считанные дни. Каждый день творческие коллективы столицы представляют что-то новое для маленьких зрителей, для которых Новый год является по-настоящему волшебным и праздничным. Нередко для своих сверстников и взрослых выступают и сами дети. 26 декабря в 18:00 на площади Свободы студия «Дореми» представит детский мюзикл «Новогодние приключения Винкс». Представление пройдет при поддержке Управления культуры администрации города Сухум.
Спорт. Шабат Лого – лучший нападающий футбольного клуба «Нарт Шабат». Лого по результатам проведенного Федерации футбола Абхазии опроса назван лучшим футболистом страны 2018 года. Второе место занял полузащитник футбольного клуба «Нарт» Александр Кугони. Третьим в опросе назван полузащитник футбольного клуба «Афон» Ливан Лого. Кроме того, опросом определены лучший вратарь Инал Кацуба Нарт, защитник Андрей Хагба Нарт, полузащитник Александр Когоня Нарт, нападающий Леон Таня Гагра, молодой игрок Наур Цвинария Нарт, легионер Никита Филатов Нарт. Лучшим тренером года назван Исмаил Фирас Нарт. В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Гидрометеорологическая служба Абхазии, в среду 26 декабря в республике облачная погода, сильный дождь, днем местами дождь со снегом, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 5, днем до плюс 7. А на этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи!